А, вот сейчас я снимаю тут лифт, ребята стоят на лифт, очередь, потому что сегодня заезжают еще люди. А вот здесь вот холл, это как главный, как бы, вот, куда люди заходят. Sorry. И мы выходим из общежития. Мы выходим из общежития. Никто ничего не сделал. Ой, мы выходим на улицу. Сразу такая красота сегодня. Народу много. Праздник. Вот сейчас я еще раз засниму вход в общежитие. Сегодня очень тут многолюдные родители, кто смог приехать. И студенты заезжают, и уже кто-то заехал. Вот видите, вот это вот главный вход в общежитие, как студенческий кампус. Welcome to Columbia. И мы, у нас окна выходят вот там между билдингами, на 5-м этаже окно сюда выходит. Ну, как да, бы видно угол, комната, угол, да, у нас угол, да, мне, получается? Мне там не жарко, солнце не светит в окно, и мне... Ага. Я бы не могла попросить лучшую комнату, чем... Комната замечательная, комната лучшая, да. Одна из лучших, я так думаю. Она немножко больше, чем... Она по площади больше, угловая комната по площади больше. Квадратных футов, а особенно 113. Ага, ага. Так, короче, мы с Грейсенькой идем на ланч, да, перекусывать на ланч идем. Мы проголодались, сейчас нас сначала здесь ланчем накормят, а потом уже будет эта вот торжественная церемония посвящения в студенты. Вот есть сейчас место за да. этой библиотекой. Пойдем туда, пойдем. Пойдем, Грысюш. Веди меня, веди, моя хорошая. Куда ты поведешь меня? Да. Короче, мы тут ланч получили. Мы сейчас вам ланч покажем, какой. Вот, и идем. Сейчас мне Грейсенька покажет одно местечко. Мы туда сядем и перекусим сначала. Мое любимое место. Да, Грейсочкина. Там большое, большое здание. Ага. С этим. This is my grandma. Это Элис. О, yeah, Элис, yeah. I saw you on a picture. I have a picture from Gracie. Yeah. У тебя уже тут друзья появились. Так здорово. Грейс, ты уже как бывалая. У тебя тут уже много... I'm Grace. Hey. Ага. Ой, у меня сейчас ноутбук вот этот упадет, Грейс. Ага, вот так, давай. Окей. Так, мы идем дальше. Грейс уже здесь так обжилась, я смотрю, тут много чего знаешь уже, молодец. Некоторые приезжают только сегодня, а ты уже тут неделю отволонтерила. Вот тут вот они регистрируются, ребята. Вот та девочка, я с ней познакомилась. Ага. Мы прошли, но она по-русски. Вот тут вот пищу раздают, видите, снеки всякие. Ну, посмотрим, что мы там набрали. Перекусить можно. Так, дальше. Ребята, я вам все показываю, как есть. Так здорово. Ну, про атмосферу, конечно, я уже молчу. Вот этот вот дух студенческий, вот эти вот люди такие все. Ну, такие, знаете, высоко качественные люди тут. Мне это очень нравится. Все очень хорошо одеты. Все одеты очень простенько. Ну, мне нравится. Ну, да, кое-как. Никто друг на друга не смотрит. Кто как одет. Боже мой, это так не важно. Главное, что у тебя... И, Грейс, главное, что у тебя в голове. И в душе твоей. Нет, здесь я чувствую, что студенты как бы смотрят на друг друга. Смотрят, да? Да, из интереса или просто... О, это уже отдельный разговор у нас с тобой будет. А, ладно. Окей. Так, вот здесь, видите, навес такой сделан. Вот на этой площади. Вот эти в голубых рубашечках – это волонтеры. Волонтеры сегодня. Вот. А мы пошли дальше. Да, вот туда пошли мы дальше. Вот это философский факультет. Мы ищем, ходим, просто гуляем.
И заодно найдем местечко, где нам перекусить. Вот. Это мы на задки как бы пришли. Тут сюда мало ходит народу на сегодня пока, да? Да. Вот. Всегда, я думаю, большинство народа вон там все. Да. Там, а мы? А мы немножко ушли в сторону. Тихую такую гавань. Вот. Я, ты знаешь, я еще даже по лицам не сообразила. Вообще, просто вот вообще разные национальности. Вот разные, совершенно разные. И даже не знаю, кого больше, кого меньше. Ну, как бы вот не могу сообразить, Грейс. Мне кажется, что всех много. Грейс, уже сейчас, пока мы дойдем, ты все съешь уже. Я очень проголодалась. Да? Так, ну ладно. Вот скамейка. Ага, идем, идем. Вот тут вот юридический огромный факультет. А мы с Грейсичкой вот нашли. Все по скамеечкам сидят и кушают. И мы тоже на скамеечку. Вот такую вот каменную. Будем сейчас ланч. Сейчас я ланч вам покажу. Какой нам ланч тут дали, американский. Так, это сэндвич с туркой. Сэндвич с туркой. А у меня с овощами. А у Грейс с овощами. О, какой у тебя зелененький. Угу. У меня яблочко, чипсы. А это как назвать? Маршмеллоу. Она как печенька. На десерт. Она сделана из риса и из маршмеллоу. Очень вкусно, между прочим. Очень полезно и вкусно. Ну и, конечно, майонезика, бабушка. Как без майонезика-то? Сейчас я сэндвич с майонезиком буду кушать. Я горчицу взяла. А, ты горчичку взяла, молодец. Я очень люблю ее. А Грейс, пока мы шли, она уже половину съела. Ну ладно, это хорошо. Ой, тут так здорово, такие вот какие-то цветочки. Вообще, Грейс, замечательно тут. Просто находиться – одно удовольствие. Скажи, вот интересно, мне Грейс сейчас начала рассказывать вот про питание студентов. Как вас здесь кормят? Тут же все бесплатно. Тут уже как бы все это уже... Мы заплатили на это. Ну, это за все заплачено уже, да. Как бы за учебу, когда платят. Вот. То есть тут рестораны, да, обслуживают как бы? Да. Там есть один где-то в здании по имени Феррис, где там только завтрак делают. Ты можешь какой хочешь себе завтрак сделать. Ага. Яйца, блины, всякой всячины. Ага. Потом на обед и ужин. Можно или в ресторан пойти, или в John Jay Hall. Ага. Это как кафетерия большая. Угу. Но в эту неделю, пока всех родителей здесь, все на улице происходит. Mm. И вчера на ужин было лосось, два вида курицы и стейк. Стейк, как сказать по-русски? Стейк, да, да. Потом там есть как бы еда для вегетарианцев, для кошер. Для кошер. Кошер, халал и без глутина. Столько еды. То есть, если, например, еврей учится, он только кошерную будет кушать, да? Интересно. Ну, там всегда что-то найдет. Ага. Грейс, а завтрак как? Тоже завтраки там тоже берешь, да? То есть там кафе уже под закрытым небом, то есть они сегодня просто на улицу вышли все. И, в принципе, берешь сколько хочешь, вот, пока не наешься. Поэтому здесь, в комнате, только маленький холодильничек можно, ну что туда можно, фруктинки какие-нибудь с собой взять. Да. Или, ну, чисто символически, правда. А так, в принципе, еды сколько хочешь, завались на выбор. Там можно контейнер занести и вынести себе еду даже. О. Если хочется на улице есть или что-то. То есть с едой вообще нет проблем, отлично. Вот это мы будем спокойны за тебя. И очень большой сорт еды. Я не могу открыть горчицу. Большое разнообразие всего. Грейс у нас любит всякие овощи. Правильно. На ужин там всегда какой-то десерт. Торт или что-то. Ага. Вот когда я ем. Да. Вчера
вчера я поехала в даунтаун с подружкой, тоже из Томеки, увидеть, она тоже университет Нью-Йорк идет теперь. И мы в Старбаксе ели. Я себе купила сэндвич с как бы сосиской. В нем была сосиска, но не хот-дог. Яйца и сыр на обед. Я сразу его уронила на пол. И потом вечером я друга нашла. И мы за десерт пошли. Я взяла кусок торта. Сразу уронила на пол. У тебя вчера такой день был интересный насчет еды. Ой, слушай, я... Мне вместо турки туну дали. Ну, я туну ем, сижу, но тоже ничего, вкусно. Я, конечно, мясо хотела, ну ладно, рыбу поем. Рыба есть мясо. Рыся, ты можешь все-таки горчичку открыть? Нет, никогда. Я правда не могу. Я очень хочу горчить горчицу. Но никак, да? Моя любимая... А, ты уже облилась чуть-чуть? И сэндвича выкопала. Так. Ну ладно, пока прервемся, а дальше уже будем дальше. Да? Мы сейчас вот с Грейсочкой тут еще ходим, она мне показывает территорию за библиотекой. Ребята, вот эти кадры, вы не, ну просто никакое телевидение никогда не покажет, потому что это задки, ну сюда не заходят как бы телевизионщики. Вот видите, вот эта библиотека, вон там белые, это вот навесы, под которыми будет церемония. А мы вот здесь, видите, вот это юридический холл. Вот там остался. Еще какие-то тут факультеты. Грейс, а вот это вот что, значит, heavy mayor, тоже знаю, какие-то... Что там такое? Какие-то вот здесь факультеты все, вот такие дворики. В зданиях имени, ничего непонятное, что там происходит. Ага. Философия, короче, это понятно. Здание философии, там философия. Да. Ты хочешь на балкончик сюда пройти, да? Ага. В общем, вот этот дворик замечательный. Библиотеку вы уже, где Альма-Матер сидит впереди, вы уже знаете. Вот эта стенка вот этой библиотеки я показываю. А мы с Грейсочкой сейчас пойдем, посмотрим вот тут на какую-то улицу, на Бродвей, да? Да? Как раз тут примыкает Бродвей и Уэст, 118, 119, 120 улицы. Да. Вот, то есть это, мы... Это школа через Бродвей, но это Барнард. Ага. Вот здесь балкончик такой, вид на Бродвей. Не урони камеру. Нет, камеру я никогда не уроню. Никогда. Так, а где-то тут... А смотри, какой-то кафедральный собор вон там красивый. О! Это не вот это, где Метрополитен, часть Метрополитена? Это не это? Нет, да? Намного выше на север. Сейчас Метрополитен, а там уже зданий нету. Ага. Columbia University School of the Arts. 65-й, 2015 год. Слушайте, смотри, 50-летие, Грейс. Слушайте, там один 50-летие. Guard, как guard в музее, которые стоят там, чтобы быть уверены, что никто не трогает. Это этот guard, это как охранник. Охранник? Да. Я ее в Метрополитене не видела, ну, 500 раз, потому что я туда столько хожу, я ее опять вижу. Ага, вот смотри, и приехала просто, целая лицо группа. Очень особенная, я ее вижу оттуда. Вот она здесь. Грейс, а что вот это за люди приехали, как ты думаешь? Тоже студенты? Заезжают. Заезжают, да? Смотри, они как вот из одной страны, наверное, как-то централизованы, что ли, я не понимаю. Группа какая-то. Китайцы, Грейс, похожая на китайцев. Я не знаю. Ну да, окей. А смотри, 50 лет Columbia University School of the Art. Да, школа искусства 50 лет. Да, смотри-ка, в этом году оказывается 50 лет, я не знала этого. Вот, короче говоря, вот мы здесь с вами тоже побывали.